роботі. Показую вам плитку, но это я не делал. Буду заканчивать вот здесь, вот у нас есть законченная затирка. Видимо, здесь ждали что-то, не заканчивали. И по периметру там вот перед душем самим, в этом месте. Я уже затер стены, да, вот это вот. Левую часть затер. Просто позвонили, сказали, помоги выручать вот 5 душей или 5 ванных комнат в одном доме. Приезжай, помогай, не можем справиться. Один человек тут у них убыл из строя на сегодня. Вот я сейчас вот эту вот заканчиваю сторону. А вот здесь у них еще есть полочка для мыла, шампуня. Вот я сейчас закрою, возможно, часик-полтора. Там люди на улице ходят. Здесь, конечно, не получилось толстенько, но затру, потом подшлифуем, подшкрябим. Нормально должно получиться. И стены, конечно, неровные. Дом очень старый. Не знаю, сколько ему лет, но он очень старый. Сейчас можно пройтись, посмотреть. Вот это уже мебель новая. Не знаю, что за материал, кварц или что-то тут, ну, такого интересного. Вот там у нас в той комнате еще один шалый, но в нем работать я туда не пойду, чтобы человек там не смущать. Здесь у нас просто комната. Я что заметил, в каждой комнате есть fireplace. Пусть он там липовый, но в каждой комнате почти есть свой fireplace. Вот этот фаерплейс чугунный, да, вот старинный, тоже стоял где-то. Лестница вниз. Внизу там кухонька. Вот эту часть я полностью, смотрю, отремонтировали, новый паркет. Не знаю, что здесь собирается быть, но что-то будет. Вот там большая ванна. Уже ждет свою участь установки. Вот еще один fireplace. Под нами там порч, крыльцо, там тоже fireplace. Вот эта часть здания, она новая, пристройка. Здесь уже мрамор. И на полу уже положили мрамор. Вот тут ее прикрыли, чтобы не сломать. Ну, вот он мраморок. Дорогой материал. А вот и шалы. Тоже все из мрамора. Очень-очень. Такая обработка мрамора, я вот, если видно на экране, он как полированный, но не как зеркало полированное, а вот эти углубления в нем все видны, есть. Эти углубления тоже отполированы, все эти жилки, да, прожилочки, вот он не гладкий, а вот шлифованный. Я не знаю, как это показать. На этом не видно будет. Какой-нибудь такой хороший образец подобрать. Не знаю, есть там есть отблески. Так вот можно посмотреть. Вот, видно, да? Вот он, отблеск. Видно все, что он такой неровный, но полированный, шлифованный. Вот там у нас сделали. Конечно, надо было перенастроить, но попробую. Не было, когда я здесь был последний раз. Там покажу ссылку, что я здесь был перед этим. Выкопали бассейн и залили бетоном. Такой длинный получился у меня бассейн. И в это пространство между крыльцом и бассейном будет укладываться камнем, который вот лежит на поверхности этого бассейна, квартиры. Я не знаю, что за камень.
Но это все будет выложено камни. Деньги это большие, но ответственность тоже большая. Потому что как-никак земля будет гулять, этот камень положишь, он там потрескается через год, полтора-два. А скажешь, мы деньги заплатили, приезжай, исправляй. Здесь надо вообще, и я не один такой говорю, что надо заливать все бетоном, армированным и класть в камень. Иначе это все будет гулять, и потом получится претензии бесплатно. Ух ты. Смотрите, как сделано. Цепь. Это чтобы ее не своровали отсюда. На ночь оставляют замок. Кодовый. Все в одном. Чтобы никто не уволок. Ну как не уволок? Вон электричество есть. Болгарка отрезал цепь и пошел домой. Ничего такого сложного в этом нет. Давайте пока ребята обедают. Я пойду. Здесь вот еще витражное стекло у них есть. Пойду схожу вниз. А то здесь народу много, электрики. Там маляры бегают. Когда я был здесь, был старый паркет. Сейчас все новенькое. Короче, вон там у них есть так называемый, здесь вот очень осторожно, ты вот уже много раз ты ударялся. Говорили здесь. Бейсмент. В этом бейсменте там еще один шоу, спортзал. Вот это вот этажерка, это вино лежит. Да. Винная этажерка. Там кто-то ковыряется, не пойду. Вот еще один fireplace. Это мы на первом этаже, вот бассейн, да, вот там стоит. Идем на кухню, прогуляюсь, пойду дальше работать. Мебель уже поставлена. Холодильник предназначен. Ух ты, как он здесь. Холодильник будет здоровый. Вот это да, широченный. Огромный просто. Что у них тут? Do not place anything on countertops. То есть ничего не кладите. Все замуровано. Мрамор. Это мрамор. Ага. Ну еще фейс. У мебели нету, да? Все это все будет поставлено, когда уже ближе к открытию будет. Ну вот я не знаю, тут еще буду делать фартук везде. Из плитки. Может быть я, может быть и нет. Маловероятно, что я. Но будет. Все, вот небольшая экскурсия по дому. Дам еще ссылку, когда я здесь просто ходил без озвучивания. Просто с камерой ходил. Вот там чувачок. Вот какое-то обследование. Surveyor, как он там. А вот еще один fireplace. Жик в этой комнате. Богатая вот эта вот местность на fireplace. Комнат очень много, да, обожаю, еще постройку сделаю. Ну все, на этом и закругляюсь. Да. Вот и закончилась затирка. Стены, вернее, закончились, не затирка. Затирка еще есть. Так, близко подошел. Ну, смотрим. Вот эта сторона. И правая. Все нормально прошло. Плиточка хорошо лежит. Очень даже симпатично получилось. Все беленько. Чистенько. Оконный проем. Еще такие темные полоски, да, вот, кстати, потому что она еще мокренькая. Ветерок из окна обдувает. Очень хорошо. Вот. Зунчик небольшой дам. На боковину зайду.
Вот, смотрим, как она. Все, когда подсохнет, окончательно пыль сотрем. Это unsanded ground, non-sanded ground. Без песка затирка, такая как глина мажется. Очень легко с нее пыль с этой плитки стирать. Ну, этот граут, затирка, вернее, ну, затирка и граут одно и то же. Непрочный. Ковыряется ножом, там, ногтем, как мел. Ну, попрочнее, конечно, мел, но мне такая затирка не нравится. Но ее часто используют. Потому что эта плитка, которая здесь лежит, она дешевая, мягкая. Если получить, положить сюда затирку с песком, то она просто корябается. Что у нас здесь? Color. Color, yeah. Нормальный. Не скажу, что из дорогих, но и не из дешевых. Вот он кран. Как-то умойно его дельты поворотят в эту сторону. Чем дальше, тем горячее. А здесь полчасовые стрелки сделаны. Пробовать не буду, вдруг он там подключен. Протрем. Все чистенько. Ну, сейчас я приступлю. О, а здесь еще душ не затерт. Не знаю, про душ я ничего не говорю. Сейчас прошу, просто мне сказали затереть эти куски перед порогом и перед душем на полу. Но по факту-то я могу затереть еще и пол душа. Сейчас я спрошу. Потому что его все равно делать надо. Если сегодня я взялся, заделать и закончить, подмести и... Ванна готова. Забыть о ней, закрыть двери. Чтоб никто не заходил. Ну все, давайте. Проходим. Вот я закончил граунд. Повар в этом шаре, в этом душе. Все замечательно, красиво и мокро. Когда высох, естественно, будет пыль. Все. Сейчас направляюсь в другой душ. Делаю тоже затирку пола. Идем туда. А там Винсент плитку режет. Мрамор. Ему досталась работенка. Подрезку ставит. Такая медленная, минутная работа. А вон там бассейн. Идем дальше. Вот теперь мы идем в бейзмент. Куда я не пошел в первом видео, которое показывал. В первой части видео. Тренажерный зал тут был, наверное. Такая бандура здоровая. Вино. Так оно все пустое, блин. Я-то думал. Ничего нету. Думал бутылочку прихватить. Вот эту дверку открывал, короче, да, идет подвал там. Там ничего. Я не знаю, здесь меня... Как-то мне можно свет включить на этом, на камере, но выключатель не работает. Ну, это, короче, уже подвал, там система, вентиляция, всякая ботва. Там делать нечего нам. Здесь у нас машиночки стоят. Американские washing machine dryer. Washer and dryer. Электрощитовая. Ага. Вот он большой. По этой трубе, по кондуит будет кабель проведен. Вот я захожу в наш шауэр. Как я понимаю, там за стеной у нас там прям бассейн. Вот он, выход. В бассейн будут люди бегать. Гости, не знаю, будут мыться здесь. Сейчас я буду затирать этот пол. Все это приберу, протру, подмету.
Если надо, пылесосом воспользуюсь, потому что здесь так грязная вот эта вот красная глина, она такая гадина. Замарал даже вещи, она не отмывается, она так остается красными пятнами. Ну, бледнеет, конечно, когда протираешь, стираешь, но все равно очень-очень сильно красит. Ну, так сказать, очередной шауэр, но стены пока, наверное, не будем трогать. Здесь у нас проблемка небольшая. Вот эта декоративная часть, да, вот эта вот, она вышла. Теперь надо вот это вот все отпиливать доверху и ставить этот декоративный карандаш, пенсил, чтобы все выглядело замечательно. Не знаю, как они так ошиблись. Ну, это уже исправим. Если буду я. Нет, так нет. Ну, все, начинаю. Начинаю делать приборку и грунтотирку. Давайте. Все, пол затерт. Конечно, намучился я с ним. Руки бы оторвать тому, кто эту плитку клал здесь. Во-первых, даже видно, что вот она торчит. Вот еще одна торчит. Вот торчит. Но не в этом дело. Тут 2-3 плиточки торчат. Ладно, бог с ними. Но столько черного пришлось выковыривать. Вот даже здесь еще. Сейчас буду подчищать, да. Клей вылез. Нет. Клей-то вылез, а почистить-то не почистил он заранее. Кто-то тут работал. Я не знаю, зачем, почему он так... Это... Черный клей использовал. Надо было белый клей использовать. Вот это все оттирал. В одном месте прям вообще просто невозможно было. Вот она линия connection, да, вот она. Вот она вся линия коннектится, видно ее. До дренажа. До дренажной трубы все видно. Не прихлопнул, не придавил. Ну как есть, так и есть. Я вот сейчас почищу, что еще могу. Протру и пол готов. Вот такие вот дела. Такой вот шаг. Потом поставят. Сюда декоративный trim plate с ручкой. И сюда shower head. Все. Shower готов. Ну еще, естественно, здесь будет стеклянная дверь. В этом треугольнике стекло поставить. Давайте, оставайтесь на связи.